Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Безумные монстры». Так, давай-ка подумаем, что мы можем с тобой взять на следующую битву. Я вот думаю, может быть, нам убрать вот этот арбалет, а взять овощевание? А почему бы и нет? Тут, кстати, уровень можно прокачать. Давай так и сделаем, 16-й левел. Заменочку. И, в принципе, все пока. Ну что же, погнали. В компанию. Да, ребята, сегодня я хочу пройти вот этот островок. Я думаю, у нас это получится. Так, что у нас тут с роботом творится? Чудит потихоньку, да? Мы можем уровень, кстати, поднять ему. То, что нужно. Так, получить. Так, ну что, давай попробуем, наверное, с тобой битву с боссом. Справимся или нет? А ну-ка. Давай, давай, бомби, бомби по нему. Босс довольно серьезный, я смотрю. Но мы должны его разобрать. Так. Ага. Все, мы его сейчас уничтожим, друзья. Это, да, тот самый носорог. Да на ты. Победа. Кстати, вот это нам нужно с тобой получить. Хотя за просмотр, по-моему, рекламы мы не удваиваем с тобой вот этот вот приз. Поэтому, наверное, мы даже и не будем париться, да? Просто получить и все. Ну давай, давай, открывай. Что нам тут выпадет? Очень мало, ребята, всего выпадает, конечно же. Всего лишь по 10, по 3. Мне нужно... Опа! Софит, подожди, а софит это новая способность, что ли? Нет, это было, у меня было, ребят. Я даже умножать не буду, потому что здесь, ну, на самом деле, очень смешно. Получили мы с вами наград. Ладно, пускай он идет дальше, да? Офигеть, до следующего босса ему нужно пройти 170 волн, ты представляешь? Не знаю, как он это сделает, как он это умудрится. Так, а мы можем прокачать, наверное, ему, да? Так, улучшить. Улучшим. Здесь, наверное, тоже улучшим. Так, откроется на 20 уровне, ребята, новая способность. А у него сейчас 18 левел. Так, давай, наверное, атаку прокачаем. И вместимость. Так, сколько у нас еще, ребята, шестеренок? Что-то я не вижу. А, 218. Так, прокачиваем, прокачиваем. И вот здесь, наверное, вместимость от навыка. Все. Как ты понимаешь, больше мы пока прокачать ему ничего не можем. Можем только вот улучшить, наверное, да? И здесь увеличивает скорость атаки. Все, ребята. Все это у нас используется. Ну, а мы с тобой идем, естественно, в компанию. Так, тут у нас все взято. Мороженка, да? Пустыня электриков, 6 волн. Уровень 46-51. В данный момент они нас, конечно... намного сильнее именно по уровню, но вот по прокачке скиллов я не знаю, ребята. Скорее всего, мы порвем. Ну, будем сейчас смотреть с тобой все. Так, овощевание, давай глянем. Что-то я не понял, что-то овощевание не сработало, что ли? Или как оно работает? Я уже и забыл, если честно. Ребят, почему я давно не играл в эту игру? Опять были проблемы с аккаунтом. Как ни странно. В общем, еле-еле, ребят, я восстановил свой аккаунт с горем пополам. И как только восстановил, сразу же начал играть. Единственное, что я не могу понять, что же все-таки делает овощевание. Оно, по идее, должно превращать в овощ. Но, возможно, не всех он превращает в овощ. Ну-ка. Зачем я делаю на башню? Это же против саппортов работает, ребят. Но никак не против башен. Бум, сейчас гоблин мне даст за трещину, уже дал. Так, минус башня. Вот давай проверим здесь овощевание. Будет работать на гоблине? Да, на гоблине... Ой-ой-ой. Так, бесплатная птичка, да зачем она мне нужна? Сейчас пока не нужна. Давай-ка мы их подожгем. Так, это саппорт же у нас. Это Фродо, ребята, смотрите, у него как кольцо. Ты понял, да, отсылка на кого идет? Так, не надо никаких пузырей, пожалуйста, здесь. Не надо, я тебе говорю. Зачем ты пузырь, а? Сделал. Да ладно, еще и не разобрали даже.
Опа, и раздавили холодильничком. Так, 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 подожди, да не надо мне это, что-то все мне получить да получить. Заморозочка. Опа. Конечно, у меня здесь получается как бы солянка, ребята, именно по скиллам. Обычно мы с тобой делаем синергию, да, между скиллами. Например, это вот у меня огненные, которые должны стакать динамит, за счет которого я потом, конечно же, наносил офигенный урон. Сейчас гоблин мне даст по шеям. Так, уничтожим, уничтожим мы эту свиноту, которая тут стояла. Гоблин, даже не дергайся. Ну, эть, ну чуть-чуть не хотел. Овощевание, ребят, сделаем. Все. Угу, все, губежки раскатил. Не все, ребят, продолжаем битву. Поджоги. Хаос, да? Так. Ага, хлопчик. Блин, не то сделал. Давай-ка мы, наверное, снеговичка сюда бросим. Снегобума. Так, ведьма, ведьма, не надо сжигать карты. Она, блин, сожгет все-таки сейчас, ребят. Сожгет, ну, понятно, овощевание уничтожили. Давай-ка мы сбросим тогда вот так вот напалм и всем хана, кроме ведьмы. Ведьма, в принципе, может сейчас сгореть, но она не хочет, поэтому мы ее добьем из пушки корабельной. Еще волна. Так, вот тут уже, не знаю, ребят, пока, наверное, не будем мы все-таки с тобой никакого добора здесь вести. Естественно, этот будет принимать весь урон на себя. Это понятное дело. Так, давай-ка снегобума сбросим. Минус. Так, мороженка все еще себя чувствует великолепно, я смотрю. Сейчас будет замораживать. Ударила, а? На тебе. Распил. Все, ребят, мы прошли с вами первую битву. Вот, вот это я понимаю, ребята. 444 тысячи ульев. И все это приумножим. Слушай, ну неплохо вышло. Так что, друзья мои, двигаемся дальше. С первой битвы мы справились. Там еще впереди у нас три. Так, ну все, хорошо. Это еще не забывай, у нас с тобой полностью бонус вот этот стоит. Угу, до 6 уровня, то есть 100%. Так, ну что, переходим к ведьме. Поехали. Не позволяй гадкому магу заменить все твои карты. Так как ты ему не позволишь, если он очень быстро ходит? Так, ну что, начнем с поджога. Овощевание. Распил. Стакаем свой динамит. По возможности. Ага, хитер, хитер парень. Ну что, забросим динамитиком? Поехали. Чпок и готово. Электрика, по крайней мере, мы с тобой убрали. Ведьму тоже убрали. Этот спрятался, да, в пузыре. Ай-яй-яй, совсем немножко не хватило. На-ка тебе. Паршивец ты этакий. Так, ребят, переходим на следующую волну. Начнем, наверное, вот так вот. Плюс динамит. Плюс корабельная пушка. Так что, наверное, напалм я все-таки выпущу. Пускай горят. Минус. А скелет-то почему не горит? Объясни-ка мне на милость, почему скелет не горит? Он же должен был сгореть. Да на тебе уже, успокойся. Сыт там дергается. Так, ну здесь снегобум пойдет вначале, наверное, да? Плюс холодильник. Сразу же распил включим. И хочу бросить, ребята, динамит. Правда, не настаканный. А че так? Блин, сейчас будет хилять. Кого он будет хилять, ребят? Понятно. Конечно же, тролля. Кого он еще может захилять? Иди сюда, хлопчик. Как раз мы по тебе соскучились. Подпилу его. Хорошо, ребят, пустили. Так, ну что, тролль? Все? Да выпендривался? Ах ты, кто там стоит, ребята? Да-да-да-да-да. Это та самая ведьма, которая, по-моему... Или я ошибаюсь? Нет, я не ошибаюсь. Сменила все-таки карты, да? Угу. Так, свинья эта постоянно хиляется еще. Ну-ка, что тут у нас? О, динамит. Ну, двоих мы убрали. Так, и остается свинья. Успеем? Успели. Так, следующая волна. Погнали. Меняем. Плюс улей. Да улей-то надо было в электрика, в принципе, бросить-то. Зачем ты в этого йети бросаешь мне?
Так, подожди, подожди секунду. Попробуем холодильник. Ай, не туда. Сейчас электрик, ребята, еще. О-хо-хо-хо-хо. Пошел расписон. Пошел, ребята, расписон. Давай, улей в электрика. А этот хиляться хочет. Надо его морозить, ребята. Минус. Так, а вот и электрик, собственной персоной. Подраспил его. Все. Так, ну что, последняя волна у нас получается, да? Да. Да не надо мне это ничего. Опять этот, блин, который принимает на себя весь урон. Естественно, он мне сейчас ничего не даст тут сделать, пока мы его не уничтожим. Хотя, подожди, электрика мы распилить успеем. Так, ты там что? Марио. Так, этого минусанем. А этот успеет все-таки по мне ударить. Но это не страшно, ребят, потому что уровень мы с тобой прошли. Да. Остается получить награды. Так, шар, диско-шар. 444 тысячи. Поехали. Так, мы еще получим гем, да, с тобой? Угу, так точно. Так, ладно, готовимся. Еще один поединок у нас. А точнее даже два. И надо глянуть, кстати, когда босс будет. Ага, вот он босс. И это носорог. И это у нас будет носорог. Понятно. Так, ну что? Давай-ка нахлобучим с тобой, да? Этого электрика. Я думаю, что никаких проблем не должно быть. Опять же, 6 волн. Потом, когда мы пройдем этот островок, сделаем еще какую-нибудь дополнительную миссию. Так, окопался. Сразу же причем, да? А мне и не убрать это окопание ничем. Так, на, гори, ведьма. Зачем мне этот распил здесь нужен? Зря я только потратил. Давай, наверное, мы вот так вот попробуем. Блин, сейчас электрик звезданет по мне. И ведьма. Зашибись со своим проклятием. Может, успею динамит? Нет. Все равно получил, да, от всех. Ладно, сжигаем этого ханорика. Что у нас тут? Да не надо мне ничего получать здесь. Так, кактус плюс электрик. Ну и свинота, естественно. Распил. Так, теперь я хочу, ребят, наверное... А, нет, из пушки бомбанем. Окей. Теперь поджог. Кактусу, в принципе, не жить. И снегобум. Так, заморозочка идет. И остается лишь добить овощеванием. Нормуль. Так, здесь, естественно, с тобой делаем с поджога. Ах ты, ё-моё, блин. Надо было динамит все-таки закинуть. Ну вот что теперь? Теперь вот будем, ребят, наугад, так сказать, бросать ее. Ну хотя бы одного убрали. Надо вот так вот сделать. Блин, сейчас еще что-нибудь напортачит нам, да? Ударит. Ударило. Сколько у нас там? Так, минус. И здесь мы тоже с тобой сейчас... Сгорит? Нет. Еще и ударил меня, паршивец, а? Дотерпелся, дождался, блин. Так, пока не буду, ребят, устраивать меня. Все, что у нас есть. И в плане здоровья, и в плане всего. Так, овощевание. Так, улей. Поджог. И теперь динамит. Так, тролль сдохнет? Нет, не сдох, ребят. Ударит еще по мне. Слизень минус. Так, видимо, сейчас мне карту уберет, наверное. Да, уберет, скорее всего. Понятно. На тебе снегобума. Так, а это далеко не последняя волна, кстати. Это предпоследняя. Так, давай, пятая. О-о-о. Дед зомби, мне тебя не убрать никак, ё-моё. Заменить не получится, да? Местами. И это плохо. И это, ребята, очень плохо. Ну вот чем, вот скажи мне, сейчас его бомбить? По-моему, сейчас, ребята, мы тут доиграемся. Давай попробуем сейчас голубя. Да, отлично, получилось. Слушай, ну надо будет хиляться. Давай все-таки, наверное, лечилочку потратим. Иначе нам крышка будет. Еще, наверное, одну надо потратить. Хотя 10 тысяч здоровья, давай смотреть. Угу. Ну что, 24,5 тысячи у нас здоровья. Поехали. Так, секунду. Динамит. Стакайся уже, в конце концов.
Придется закидывать. И все равно, да, этот выжил. Ну-ка, снегобум. Так, подожди, надо вот так тогда сделать. Окей. От всех сейчас, да, наполучаем с тобой люлей. Это последний. Не хиляй. Захилял, все-таки успел, а ты посмотри. Так, электрик, давай один на один. Без шума, как говорится. Мы с тобой сейчас подеремся. Так, снегобума скидываем на него. И дальше пошло овощевание. Видишь, в овощ превратили мы его. В тупой овощ. Все, ребят, прошли. Так, нифига себе, 444 тысячи гранат. Еще удвоим это все дело. Ну что, забрали, как говорится, получили. И пошли с тобой на последнюю миссию. Разберемся там, а уже в следующий раз, ребята, будем, наверное, идти до босса. Ну, то есть, будем проходить с тобой вот этот островочек. И здесь у нас уже босяра будет. Так, 46-51 уровень. Ну, я думаю, что, опять же, никаких проблем не должно у нас тут возникнуть. Жестянки его копь получает меньше урона. Сними с него защиту. Да понятно, что надо снять. Ага. Снеговик тут злобный прибежал к нам. Прибежал, да? Ну-ка, саппорта на распилочку. Ох, как хорошо-то, а, ребят. Так, надо поджечь. Нет, динамит лучше брошу. Ага. Так, а снеговик не хочет отдуплиться. Ты посмотри на него. На тебе. Хлопнул. Так, овощевание. Овощевание, ребята, все-таки убирает с него защиту вот эту вот дополнительную. Ты, наверное, заметил, да? Так, динамит бросаем. Это что у нас тут за Элвис Пресли танцует? Все-таки успел, а? Ладно. Тоже немножко пошалим. Холодильничком добьем его. Так, здесь мы обойдемся. Давай вот так вот сделаем. Плюс из пушки. Дальше. Наверное, сделаем напалм. Ай-яй-яй, сейчас электрик ударит, ребят. Твою же налево, блин. Так, минус двоечка, да? И слизень. Я успею. Да, я успею, ребят. Разрушение, правильно. Так и должно быть. Четвертая волна. Погнали. Опа, а там, ребята, два брата-акробата, которые серьезный урон могут нанести. Так, этот захиливается, это понятное дело. Так, холодильник. Да почему ты все на него-то скидываешь? Надо вон того гоблина, ребята, нам как-то разобрать. Он сейчас прыжок свой сделает противный. Подхалимовский. Так, минус грифа. Иди сюда. Минус гоблин. Еще две волны. Нам нужно пережить. Получить, конечно. Ну что, давай напал, наверное, сделаем для начала. Плюс улей. Так, холодильник. Наверное, динамит надо бросать теперь. Электрика нужно уничтожить нам. Ага. Так, зомби, отойди. Не мешайся. Опа, успел все-таки, а ты посмотри на него. Давай вот так сделаем. Ну, а теперь можно и зомби уничтожать. Так, и последняя волна. Не надо. Начнем с напалма. Кукуруза. Так кто такой? Что за бомжик? Так, давай-ка бросим. Ах ты! Все-таки ударил, да, паршивец у нас? Ладно. Он один остался. Все, вернулся. В свою прежнюю... Блин, еще, ребят, сейчас удар получим. Ах. Он люто, конечно, бомбит. Тут не поспоришь. Надо его либо заморозить, либо в овощ превратить. Давай в овощ. В плане? А почему... Ой. Еще один такой выход, и нам крышка, ребята. Так, срочно пушку. Ну. Е. Буквально на микронах, ребята, мы с вами... выжили здесь. 605 тысяч карточек, ребят, на жабу. Ну что, друзья мои, как ты можешь понимать, да, мы с тобой прошли здесь все полностью. В следующей серии будем до босса идти. А сейчас давай-ка попробуем здесь что-нибудь
поиграть. Так, испытание монстров. Погнали. Так, выберем с тобой, наверное, вот этих вот. Тут вот этих возьмем. Вот этих. И, наверное, вот этих. В бой, конечно же, в бой. Сейчас будем, ребята, кромсать налево и направо. Зарабатывать с тобой всякие разные призы. Ну, давай, 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 не жмись. Так, тролль. С чего начать-то? Давай, наверное, с холодильничка. Так, улей туда полетел. Так, сейчас, по-моему, мы получим люлей. Так, я и понял. Так, минус тролль. Электрик хорош. Ух, как припечатал. Блин, подожди, а что так жестко-то? Они не должны быть настолько сильными-то здесь, эй. Хламоны. Блин, не успел. Слушай, еще не все ребята здесь превращаются, оказывается, в эти... В растения при овощевании. Вот что я заметил. Ну что ты тут со своим графиком? Так, в кого? Сюда, да, прилетело? Так, этого распилим сейчас. И остается голубь. Голубя надо морозить. Холодильник, наверное, попробуем. Да, успели. Подожди, как так? Извини меня, я его в холодильник, он заморозился. И он сразу растаял. Сразу же практически, ребят. Не надо мне из ничего. Ну-ка, динамит. Живехоньки, да? Так, это сейчас захиляется. Так, снегобум. Ну, это сейчас подкинет крысу нам, в принципе, ничего страшного. Объясни мне другую вещь. Почему на них не работает заморозка, ребята? Надо нам с тобой срочно, по-моему, аптечку применить. Иначе нас тут сейчас с тобой... Ушатают. На них, по-моему, друзья мои, не работает заморозка. Вот такие здесь условия. Да. Так, ну что же, четвертая, последняя волна. Давай получим, наверное, здоровье немножко. Так, 104 тысячи у него, да? Ладно, погнали. Это же у нас не саппорт, нет, конечно. Динамит. Блин, это все фигня, ребята. Блин, этому нельзя звонить в колокол. Позволить. Иначе будет тут веселуха. Так, подожди. Что он еще сделал там? Ускорил его, что ли? Блин, надо кого-то запалить. Зачем я пилу эту трачу, а, ребят? Ну что ж со мной не так-то? Не то все дело. Ой-ой-ой-ой-ой. Позвонил, да? Но никого не призвал, потому что не было ячеек свободных. И это круто. Все, сейчас разберемся с ним. Ну что же, прошли мы с тобой это испытание. Вот он, сундучок. Так, мы можем получить, в принципе, с тобой двойную награду. Ну, смотри, неплохо. Получили с тобой гаек, звездочек. Так, дискошар. Юрий. Так, бронебой. Огненный дробовик. Так, пиранья. Шикадрон. Ребята, мы открыли с вами гарпун. Это новая карта. Круто. И шестеренки. Так, и это все с тобой дело еще умножим. Ну, неплохо, ты посмотри. Почти по ляму. Так, что у нас еще с тобой там осталось? Давай-ка посмотрим, какое испытание есть. Так, это я прошел. Здесь у нас что? Погоди-ка. А самое сложное это вот это, да, по-моему, насколько я помню. Помните, Тимми избавиться от монстров на его свалке. Он будет находить тебе новые карты после победы, да. Только знать бы, кто здесь будет последним боссом. В тот раз мы с тобой ошиблись, причем не кисло. Отправить друзей. Пускай эти ребята у нас идут. Подожди, что такое? Так, сюда мы пока никого. Здесь отправляем. Отправляем. Охота за сокровищами в бой. Жадный гоблин босс, уровень 50. Ого.
А справлюсь ли я с этим жадным гоблином? Сейчас мы с тобой как раз и посмотрим. Вот он, жадюга. Ну что, понеслась, короче. Сколько? 344 тысячи здоровья у него. Ребят, они переборли это, а? Столько хп-то иметь. Так, подожди, сейчас попробуем. Опа. Прыгает, прыгает с скакунок, да? Так, давай-ка мы динамит с тобой туда закинем. Он что-то будет делать, ребята. Ага. То есть догадайся, где он, да? Ой-ой-ой-ой, пузырь-то зачем? Так, минус слизень. Минус башня. Вот он получается, да? Это же ты, гоблин? Тут больше нет, кроме тебя, никого. Ага, появился. Блин, призвал опять свою роту солдат. Что случилось? Что он сейчас такое сделал? Так, может быть, нам скинуть вот эту штуку в него? Ать! Нормуль. Подожди, 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 а что ты... Он так и будет бесконечно, да, их призвать? Мне нужно, значит, атаковать все-таки самого гоблина. Ну, началось, а. Да, получается... Что он там делает, я не могу понять. Ну-ка, если я вот так вот сделаю. Что-нибудь мне поможет это хоть как-то? На тебе. Так, опять он в этого скелета, ребята. Получить не надо. Просто ни к чему пока. Как бы я об этом не пожалел потом. Так, ты будешь замораживаться? А, ну босс, конечно же, не замор... Сразу вот так вот с лету взяли мне и поменяли, прикинь. Улей. Вот это я не помню, что делать, ребят. То ли усиление снимает, то ли еще что-то. Не помню, если честно. Так, ну-ка попробуем. А что он все время отражает? Блин, ну это... Что это такое? Вот это что такое сейчас было, ребята? Я не могу понять. Разрушение. Ну, не очень хорошо, конечно, разрушили. Сейчас мы попробуем вот так вот. Минусанули. Так, огненный урон. Так, мы тебя в овощи сейчас превратим. Не получилось превратить. Ага. Не, ребят, ну это трындец. Значит, все-таки надо его валить, получается. Иначе он так и будет постоянно прыгать здесь, скакать. Урон должен получать именно этот гоблин. Так, сейчас попробуем. Ну, там осталось-то, ну, совсем крохи, ребят. Все, он готов. Его постепенный урон, ребята, уничтожил. Воу, что мы тут с тобой наполучаем-то? Слушай, ну нормуль. Да, это стоит удвоить, конечно же, потому что, ну, награда действительно шикарная. Ох, елки ты палки. 5 лямов. 4 ляма. Ну это шикарно на самом деле. То есть портал неплохой, да? Так, мы еще тут с тобой получили сундучок золотой. Так, кролик Дэвид. Это хорошо, мне бы его прокачать, было бы вообще замечательно. Так, топоры дровосека. Плюс тихий убийца. Шакадрон. Спутник смерти. Рыбный дождь, ребята, это новая карта. Только сегодня мы с вами ее получили. И это все умножаем. Слушай, ну не кисло, на самом деле. Почти по 1,5 ляма мы получили с тобой. Я думаю, даже кого-то можно прокачать здесь. Например, нашего кролика Дэвида. 38-й, 39-й, 41-й, ё-моё, 43-й уровень. Он нам добавляет почти 5500 урона для карт красного цвета. То есть красного цвета это, соответственно, динамит, пила, улей огненный и пушка. Прокачиваем с тобой до 40-го уровня. И не хватает у нас с тобой шестеренок, да, для того, чтобы... прокачать пилу.
Жаль, жаль, конечно. Так, что у нас еще здесь есть? Можно пройти... Так, в каждой волне тебя ожидает чемпион. Давай-ка посмотрим, что там за чемпион. Я хочу, ребят, глянуть. Да и мало того, что глянуть, вообще их победить всех. Так, поехали. Какой злобный, а? Так, довольно легко что-то у нас тут выходит, но это пока, ребят. Как-то он выглядит так устрашающе. 6 волн будет. Вот оно что. Ну-ка. Динамит. Так, это у нас злой Санта, Гринч, да, собственной персоной. Нараспил. Так, идите сюда, брат, братья-акробаты. Сейчас мы и вами... Ать! Успел ударить все-таки, паршивец мелкий. Ладно, ничего страшного. На-ка. Брокколи. Мы его в брокколи превратили. Ну что, сбросим напалм. Теперь сбросим динамит. Это у нас саппорт, поэтому мы его на распилочку. Так, этот кто у нас там горит? Кто сгорит? Так, волча разгорел. Мороженка, мороженка. Успеет, наверное, да, ударить все-таки? Да, успеет, ребят. Ладно. О, она заморозила мне карту, оказывается. Пили. Так, 4-я волна из 6. Сбрасываем. Не надо мне пока ничего получать. Сбрасываем напалм. Плюс пушка. Плюс жгучий улей. И вот теперь... Нет, теперь еще напалм скинем. А уже после этого будем испытывать с тобой динамит. На 5 стаках как раз будет урон колоссальный. Ах ты... Грифон выжил. Ударит, ударит мне за это. Великий удар сделал. Пилим его тогда. Так, ну что, предпоследняя волна. Кто у нас тут? Слизень. Так, подожгем. Жгучий улей бросили. Так, из пушки сейчас, ребят, поменяем местами. Со слизнем. Слизня попробуем. Ать, я хотел его заморозить на самом деле, но... Можно пилой, кстати. Да, они же боятся пилы. Это же саппорты, помощнички. Но зачем ты это сделал? На. И последняя у нас, ребята. Так, орк-фея. Точнее, тролль. Блин, ведьма, ты достала, а? Взяла мне, ребята, и испортила все. Испортила в плане того, что у меня было 5 стаков на динамите. Я бы мог так сейчас хорошечно вжарить. Ну, видишь. Достало, а. Сейчас электрик мне еще врежет. Офигеть можно. Так, секунду, секунду, секунду. Сейчас посмотрим, что у нас вот тут лежит. Так, минус электрик. Так, тролль. Тролля. Тролля убираем. И убираем вот этого вот мага. Все. Прошли, друзья. Сундук с наградами. Сейчас будем смотреть. Тынь-тынь-тынь-тынь. Так, удвоить награду сразу. Ну давай. Так, давай смотреть, что нам здесь выпадет. Так, кролик Дэвид, это круто. Дальше, ядовитая бомба. Диско-шар. О, золотой орел давно не выпадал, кстати. Гарпун. И овощевание. Последняя карточка, это шестеренки. Конечно же, умножаем. Ну, неплохо. Неплохо. Мне бы, конечно, побольше шестереночек бы, да? Для того, чтобы прокачать некоторые наши скиллы. Потому что, как бы, есть в достатке, но... Ох, друзья мои, да мы еще и новый уровень с вами получили, 42-й. Вот это великолепно. Вот это вот я понимаю, ребята. Так, действительно не хватает, что ли? Давай посмотрим. Ну да. Ну что, друзья мои, тогда на этой ноте мы с вами будем закругляться. Вот эту, кстати, надо будет взять, ребята. Мало того, что прокачать, но взять еще на использование. Потому что это массовая атака. И сколько он наносит урона? Так, эффект еще заморозки идет, 90%. Оу. Так, урон общий 50 тысяч. Это общий урон. Сколько у нас? Ты прикинь, мы с тобой, если возьмем вот эту вот... Слушай, может быть, нам вместо овощевания даже лучше взять.
То есть у нас получается с тобой типа три ледяных скилла, да? И получается 5 огненных. Но мы можем сравнять 4 на 4. Если, к примеру, возьмем с тобой вот этот вот ледяной гарпун. Ледяной гарпун. Что-то как, кстати, урона-то не очень много. Будем честны. Блин, кончается у меня, ребята. Да, вот эти штучки закончились. Перемещает цель на переднюю позицию. Если цель отравлена, дополнительно наносит 100% урона остальным целям. Блин, это получается с ядом хорошо работает. Угу. Ладно, ребята, мы попробуем вначале вот такую тактику. А уже дальше будет видно. Для вот таких вот карт, ребята, легендарных, 6, 7, 8 уровень — это норма. Это норма. Ты их не прокачаешь до 40-х, поверь мне. Во-первых, они очень редко выпадают. Ну и им и так, извини меня, 50 тысяч урона. Это даже динамит на 35 уровне столько не наносит урона, сколько наносят вот эти вот рыбки. Ладно, будем это тестить уже в следующей серии. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.